Добрый вечер, Гомель. Меня зовут Наталья Волынец. Сегодня пятница, а значит, этот добрый вечер мы проведем с психологом. Тема сегодняшнего разговора – конфликты на работе. Ну, вы понимаете, начальники, подчиненные и все, что с этим связано. У нас в гостях Людмила Тутынина. Это руководитель психологической школы «Пилигрим», бизнес-тренер, которая, кстати, консультирует крупные белорусские компании по самым разным вопросам, в том числе и по корпоративной этике. Все верно, Людмила? Все верно, Наталья. Добрый вечер. Рада видеть тебя в нашей студии. И еще один эксперт – это автор методик по развитию бизнеса, по коммуникациям в трудовых коллективах. Это кандидат технических наук, доцент, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Гомельского государственного университета имени Сухого. Это Юрий Колесник у нас в гостях. Юрий Николаевич, рада видеть вас в нашей студии. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, Юрий Николаевич, ну вот вам, как руководителю, вот часто приходится сталкиваться с конфликтными ситуациями на работе? Ну, вообще, я могу сказать, что я работаю не только руководителем, я еще и являюсь преподавателем. То есть подчиненным? Да, я еще являюсь подчиненным, у меня тоже есть руководители, и тема конфликтов, она близка мне. Если говорить про какие-то конкретные случаи, то они возникают очень часто, возникают постоянно. Ну, давайте вот такой, скажем, возьмем пример, так. Когда у сотрудников, у всех разная зарплата. Надо сразу сказать, что это такая, может, даже и хитрость руководителя. Эти конфликты могут специально провоцироваться руководителем. Для чего? Для того, чтобы человек, у которого меньше, подумал, что ему нужно сделать. Для того, чтобы зарабатывать больше. Или другая ситуация, когда у всех одинаковая зарплата. И здесь уже очень важна роль руководителя для того, чтобы предвидеть конфликтные ситуации, для того, чтобы их предусмотреть, для того, чтобы объяснять людям, почему так получается. А может быть, я даже так могу сказать, что очень часто и руководитель виноват, неподчиненный руководитель виноват в том, что в таких ситуациях возникают конфликтные ситуации. Поэтому здесь роль руководителя в том, чтобы это предусматривать и не допускать. Позвольте, я вам задам такой каверзный вопрос. Вот, вы сами на него натолкнулись сейчас. Вот вы как руководитель и как подчиненный, и при этом зная хорошо методику, да, скажем, конфликтологии вот этой вот в трудовом коллективе, вот вы сами ошибку видите, чаще допускаете ошибку как руководитель или как подчиненный все-таки? Ну, вы знаете... Создавая какой-то конфликт или решая его? Да, если... Да. Не понимать руководителя, то обычно люди думают, что руководитель, он ничего не делает, он во всем всегда виноват, он плохой. Это уже априори. Mm-hmm. Хотя я работаю как руководитель, я знаю, что это работа 24/7. То есть 24 дня, 7 дней в неделю нужно работать, нужно постоянно решать какие-то ситуации. Mm-hmm. Поэтому, ну да, иногда бывает так, что если уже допускается конфликтная ситуация, то это вина все-таки руководителя. Все-таки руководитель. Спасибо большое. Дорогие друзья, напоминаю, сегодня программа «Добрый вечер» выбрала такую интересную тему, это конфликты на работе. Да, и вот сегодня, очень да, в пятницу, мне кажется, это очень актуально, накануне выходных, если вот все устали, да, за рабочую неделю, да, можно немножечко так это все сейчас, посмотрев нашу программу, подумать и решить, кто виноват, что делать, и, в принципе, отдохнув в субботу-воскресенье, наверное, уже в понедельник с какими-то четкими решениями, да, люди отправятся. И с понедельника новую жизнь. Но я бы хотела задать вопрос другой. Вот насколько вообще изменилось сегодня, изменились ценности в наших трудовых коллективах, и как это влияет сегодня вот на отношения между сотрудниками? Ведь вспомнить даже фильм «Служебный роман», да, управление статистики вчера и управление статистики сегодня, это совершенно другие, и технологии нано, и все остальное. Вот как это все повлияло, вот это вот все развитие повлияло на наши коллективы и отношения между людьми? Ну, что здесь можно сказать, что некоторые ходят на работу для того, чтобы зарабатывать. Так. То есть на первом месте стоят материальные ценности. Для многих людей очень важным является такой аспект, грубо говоря, социальный, человеческий аспект, что я хожу на работу, мне там интересно, у меня хороший коллектив, я чувствую себя комфортно. Да, и кому-то нужным. И кому-то нужным, я востребован. Это такая, что называется, самоутверждающая позиция. Вот, но с моей точки зрения, вот эту составляющую социальную, ее нужно вот сейчас развивать, ее нужно... То есть наших коллективов недостаточно, да, она развита, вы считаете? Я думаю, что здесь есть очень большой потенциал, я могу объяснить, с чем это связано. Mm-hmm. Вот, очень такие известные крупные компании, они развивают направление, которое даже так и называется, корпоративная социальная ответственность. Это когда в рамках компании развивается волонтерское движение, mm-hmm. и люди, сотрудники, они делают
делают что-то полезное для общества. Ну, к примеру, вот мы в нашем институте повышения квалификации бесплатно проводим образовательные мероприятия. Мы проводим тренинги, семинары по трудоустройству, по созданию собственного бизнеса, по социальному предпринимательству. Это такая, скажем, благотворительная, волонтерская деятельность. Это такая благотворительная, волонтерская деятельность. Но можно даже открыть секрет, что я заметил на нашем примере, что благодаря этому мы приобрели себе сторонников. Многие сторонники становятся нашими клиентами. И это больше, чем клиент, потому что это наша репутация. Люди нам больше доверяют. И вот благодаря вот таким вот социально ответственным поступкам мы развиваемся. И свой бизнес тоже развивается. Да, развивается бизнес. Развивается бизнес. Это, можно сказать, еще и сплачивает как-то коллектив, потому что люди видят, что то, что они делают, это не зря, что это нравится обществу и что это приносит результат. Даша, да, я хотела по поводу ценности добавить. В этом году я проводила такие масштабные исследования на тех предприятиях, которые обслуживала. Причем это как в Гомеле, так и в Минске. Так вот, кто участвовал в этих исследованиях? Молодежь, в основном, которая работает на предприятии. Ну, где-то до 35 лет. Так вот, что интересно по поводу тенденции на сегодняшний день. Это уже материалы исследования, психологическое такое было исследование. Такие ценности, как трудолюбие, патриотизм, то есть я патриот своего предприятия. Так, так, дальше так. И сотрудничество практически не упоминаются. Не культивируются. Не культивируются. И а это, что о, тогда? И это очень грустно. Это очень, кстати, такой серьезный даже звоночек для руководителей. А в тренде такие ценности, как развитие. Собственное, креативность. То есть мы сейчас ушли куда? От слова «мы» ушли к «я». Мы развиваем индивидуализм, развивается махровый индивидуализм. Подождите, чтобы было понимание. Я, конечно, не специалист конфликтологии там, или в каких-то вот бизнес ваших этих всех вещах, но мне кажется, это не очень хорошо. Или все-таки это нормально, когда ты развиваешь свое собственное «я» как специалист, а как же, меньше всего думаешь о компании, собственно. Наташ, ну ты же это не нормально? Остров в океане, так, правда? Так, да, ты да, же вот член этой команды. Например, вот айтишная компания, которую я исследовала, да, там слово «я» вообще нужно забыть. Почему? Потому что они настолько сопряжены между собой, часть работы выполняет один сотрудник. То же самое, что если я сейчас буду думать только о себе, не думать конечно, о бригаде, которая делает конечно, этот эфир, у нас связки, ничего не получится. Да, связки. Конечно. А они развивают себя вот в таком аспекте больше. Вообще очень интересное замечание. И это, кстати, является причиной конфликтов. То есть я на первом месте, эгоцентризм, нарциссизм, только я. Короче, надо работать над ценностями сначала, да, конечно, трудовых коллективов, конечно. Может быть, вот именно с этого и стоит конечно. Всем начать. Вообще, вот по мнению социологов, конфликт на работе – это очень привычное явление. И вот согласно последним исследованиям, споры обычно занимают около 15% рабочего времени. Вот о чем вот это говорит? Как вы, кто прокомментирует? Я думаю, что на самом деле, может, это такой удивительный ответ будет, что это и неплохо. Особенно, когда вот эти споры перестраиваются в дискуссию. То есть, когда они охватывают какую-то рабочую плоскость, да? Да, рабочая плоскость. Люди спорят, это нормально, потому что сейчас такое время, когда очень все бурно развивается и сложно систематизировать определенные процессы. То есть на один и тот же процесс может быть несколько точек зрения. И тогда люди начинают спорить. И если руководитель грамотно переведет вот эти споры в формат дискуссии, то в результате формируется первое – выход из ситуации, то есть как ее лучше решить. И второе – формируется корпоративная точка зрения. То есть все люди направлены на то, чтобы решить вот эту конкретную ситуацию. То есть как результат – это эффективное решение какой-то производственной задачи. То есть 15% своего времени можно поспорить, но желательно вот в этой вот, как мы говорили… Конструктивной. Да, конструктивной, чтобы это было конструктивный, пусть даже конфликт, да? Или, Наташа, Людмила, но здесь если вот то, о чем мы говорили, да, если у людей развит эгоцентризм, да, то они рассматривают иную точку зрения, да, как направлено против них, против, себя, да, против меня, там, меня там где-то ущемляют, А это уже назревание конфликта. А это уже конфликт, который переходит в какую плоскость? Межличностную, да, плоскость, что не есть хорошо. Вообще часто можно услышать такое выражение «правильно выстроенная коммуникация», да, в коллективе. Что это такое, Юрий Николаевич, и почему это вообще так важно?
Ну, вот сегодня. Правильно выстроенные коммуникации – это прежде всего наличие определенной цели в этих коммуникациях. То есть если я хочу, чтобы моя коммуникация была правильной, значит, я должен знать, что я от этой коммуникации хочу получить. Важно подготовиться к этой коммуникации. Если я хочу пойти к руководителю для того, чтобы решить свою определенную проблему, либо разрешить проблему своей компании, то я должен уже предложить руководителю способ решения этой проблемы. И очень хорошо, если способ решения этой проблемы прозвучит уже в первом предложении. Угу. А руководитель уже задумается и дальше вот строить, исходя из этого, разговор. Поэтому вот в чем суть. Ну и если это какие-то коммуникации в трудовых коллективах, то очень важно с уважением относиться к собеседнику. И еще что можно порекомендовать, что важно ставить себя на место другого человека, чтобы понимать, в чем его проблема. Важно допускать, что я могу быть неправ. Могу ошибаться, да, что, знаете, как говорят, что я начальник, ты дурак. Вот это надо исключить абсолютно, то есть надо понимать, что сотрудник тоже переживает за то, чтобы что-то исправить. И поэтому здесь мы работаем на общее благо, на общую компанию, мы вместе с ним должны что-то решить. То есть это выражение «начальник всегда прав» сегодня уже не так работает, как… Ну, я считаю, что это неправильно. Вот. Я думаю, что оно и раньше, не знаю, правда. Не работало, да? Да? Но мне кажется, это не работало. Если мы хотим получить результат, то мы должны быть как одна команда. И руководители, и подчиненные – это одна команда. И здесь надо с уважением друг к другу относиться. Ну, в принципе, теоретически все верно. Это одна команда. Вот поэтому я и хочу спросить, а к чему, в принципе, могут привести конфликты, вот эти межличностные, плохие такие вот взаимоотношения на работе? Вот к чему это может привести? Наташа, к коллапсу. Всегда так. Есть, так сказать, конечная точка. Ну, кроме того, что кто-то обиделся. Любого конфликта, да. Ведь есть такое понятие, как пролонгированный конфликт. Как он пролонгированный, продолженный? Он начинается внутри человека. То есть он что-то, ну, скажем так, чего-то не добрал в этой жизни. Да? Ну, например, там, мало учился или мало развивался. И вот он сейчас там, к каким-нибудь там, годам начинает. Я не такой, мне чего-то не хватает. То есть внутреннее брожение. Но вместо того, чтобы себе сказать, а пойду-ка я вот к Юрию поучусь в его, так сказать, на его курсах переподготовки, да, он начинает искать виновата, говорит, о, сосед виноват, у него все время гремит музыка, пойду сейчас буду с соседом ругаться, или коллега по работе виновата, вот она мне не дает возможности развиваться, или начальник виноват, он мне вот не все дает, виноваты, короче, все кругом, виноваты, кроме меня, вот да. Отсюда очень много проблем, а потом уже он приходит на работу, да. И назначает кого-то виноватым, да, и он живет теперь как в ситуации конфликта. Он виноват, все, попробуй докажи обратно. Ну, кстати, что получается? Я на кого-то обиделся, я не поддержу там, его, если он где-то чего-то не успел, и все, и получился полный разлад, и нарушилась какая-то цепочка. Пламя даже, да? Выжигает все по горизонтали. Сначала коллега, потом руководитель, да, вот ближайший, так. Вот, выжигает пламя, а потом это пламя идет наверх. То есть конфликты развиваются всегда по одной схеме, по горизонтали и идут вверх. Когда пишут, например, там, жалобы там, куда-то там наверх, в министерство, на самом деле, если спуститься вот конкретному человеку, да, и докопаться до истины, то истина будет очень-очень лежать в другой плоскости. Это очень часто. В горизонтальной. В горизонтальной. Ну, еще здесь, да. Что можно дополнить, какие здесь могут быть последствия. Если человек уже попал вот в эту ситуацию, ему что-то не нравится, то он, естественно, будет переживать, а значит, это будет плохо для его здоровья сказываться. Это раз. Второе, вот эта ситуация, она будет не очень хорошая, влияние оказывается на компанию, на коллектив, то есть на работу, на работу, на совершенно работу, время. На весь, да. Процесс, да, весь процесс, то есть уже компания не получит тот хороший результат, на который рассчитывали. То есть с любой точки зрения это не есть хорошо, потому что и человеку плохо, и компании плохо, и окружение тоже вот это все, токсичность будет испытывать, и поэтому тоже будет... Получается, то есть получается, что с одной стороны конфликты просто, ну, иногда необходимы, да, для развития вот организации, чтобы она как-то жила и развивалась, а с другой стороны надо просто уметь их разрешать, вот эти все недопонимания. Ну что ж, дорогие друзья, мы уже выяснили, что конфликты на работе неизбежны, но вот кто в них виноват и что с этим делать? Самый главный вопрос. Вот об этом поговорим далее в нашей программе.
Напоминаю, дорогие друзья, тема сегодняшнего разговора – конфликты на работе. У нас в гостях директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Гомельского государственного университета имени Сухого, это Юрий Колесник, и психолог, бизнес-тренер Людмила Тутынина. Ну вот, Юрий Николаевич, вот вы являетесь автором методик по развитию бизнеса и коммуникации в трудовом коллективе. Расскажите нам, в каких коллективах чаще всего возникают споры и скандалы? И от чего это зависит? От руководителя, от там, я не знаю, направления деятельности, от размера помещения, размера зарплаты? Расскажите, пожалуйста. Ну, вообще очень сложно предвидеть, от чего может зависеть конфликт. На самом деле, тоже удивительное такое наблюдение, что чем умнее коллектив, чем выше образование у сотрудников, вот, тем, что называется, ждешь... Вероятность. Да, тем выше вероятность провоцирования различных конфликтных ситуаций. Так, подождите, если я правильно поняла, если в коллективе все сотрудники с высшим образованием, да, и не с одним, есть, жди беды и жди, да, обязательно конфликтов, и вводи, да, конфликтологов в штат, я так понимаю. Здесь все закономерно, потому что у умных людей, соответственно, выше, они более требовательные, они более амбициозные, у них более изощренные вот эти вот, ну, что называется, пути по достижению своих целей, и поэтому начинают придумывать, а как получить того, что я хочу. Естественно, другие люди начинают сопротивляться, потому что иногда то, что я хочу, это затрагивает интересы других людей. Значит ли это, Людмила, вот ты же часто работаешь, да, с такими предприятиями, оказываешь им вот такие психологические консультационные услуги. Значит ли это, что ты рекомендуешь, и вы тоже, вот, Юрий Николаевич, да, на своих лекциях, рекомендуете современным руководителям разбавить умный коллектив, ну, скажем, людьми попроще? Однозначно. Однозначно? Однозначно. То есть должны быть люди со средним специальным образованием. Но какие еще коллективы, да, вот скажем какие? Так, взрывоопасны? Женские коллективы, женские, где одни женщины. И особенно там, где ими руководит тоже женщина. Вот когда то есть женский... там вот обязательно будет конфликт. Да, когда женским коллективом руководит мужчина, тот, который не дает возможности конфликту разрастись, он тушит, да, эту эмоциональность. Здесь будет попроще. А если наоборот, мужчина... Женщина руководит мужским коллективом. Тоже хорошо. Это хорошо. Это тоже хорошо, да, но женщина должна знать очень хорошо основы мужской психологии. Вот, такое бывает. Хорошо, а если это какой-то род деятельности? Например, творческий коллектив, он отличается? Отличается. Например, от тех, кто работает на каком-нибудь там монотонном процессе. Там очень много эмоций. Это тоже взрывоопасные такие коллективы, но... У них эмоция – это как рабочий инструмент, и очень легко направить по нужному руслу. А вот можете привести какие-нибудь такие типичные примеры причин, по которым чаще всего, вот что, из-за чего чаще всего происходит конфликт? Наташ, ну как говорят, на дьявол работе. Кроется в мелочах, так. Да? И таких мелочей очень много. Почему могут люди ссориться? Почему люди могут конфликтовать? Вот приведу примеры из практики. Сейчас осень. Да, осень, будут холодные дни, но люди, вот, например, 8 человек, 5 человек, 3 человека даже сидят все вместе в кабинете. Один говорит, я хочу проветрить, другой говорит, нет, не холодно. Подожди, это летом с кондиционером точно так. Кондиционер можно включить? Нет, нельзя включить. Вот вам причина для конфликта. Или вот классику жанра расскажу. Когда начинается холода, особенно вот пик, эпидемия, гриппа, да, обязательно кто-нибудь будет есть чеснок, а еще круче разрезать чесночок и расставлять на столы своим коллегам для того, чтобы вот шел запах, да, и обеззараживал пространство. Я встречала такие. И кто-то коллективы. Будет обязательно против, естественно, да. Особенно руководитель, я думаю. Но. Ведь тот, кто это делал, говорит, да я за здоровый образ жизни, я профилактирую. Человек, кажется, принес добро, да? Только с добрыми намерениями. Вот вам причина для конфликта. Таких все. Причин очень много. Ну, кто-то в соцсетях, например, выложил после корпоратива снимки, как вчера все отдыхали и зажигали. Представляете, какой эффект? Нет, ну это, ты знаешь, вот это вообще очень серьезная вещь, мне кажется. Это нарушение корпоративной этики. Да, если она есть, если этот документ принят всеми на предприятии, то это прямое нарушение. Ну, действительно удивительно, что чеснок или кондиционер могут стать причиной вот такого серьезного конфликта на работе. Людмила, ну,
Я знаю, что у психологов есть, ну, скажем так, своя типология конфликтов. Можешь вот ее рассказать? Наташа, ну вот если все конфликты взять за 100%, да, и свести к каким-то составляющим, то мы можем сказать, что конфликты происходят где-то примерно по трем причинам. Первая причина – это стремление к превосходству, да. А второе – это проявление агрессивности, причем это по ситуации или это постоянно происходит. И третье – это проявление банального эгоизма. Да. То есть вот любой конфликт, любой конфликт мы можем рассматривать через вот это сито и сводить к трем составляющим. Но что любопытно, что интересно, когда люди уже попали в конфликт, да, и уже идет кто-то налево, кто-то направо, да, ты за эту сторону, а я за эту сторону, да, когда разбираешь этот конфликт, то выясняется, что 80% где-то, а может быть и выше людей, которые участвуют в конфликте, они не могут понять, как они оказались как в этом конфликте, как они втянулись в этот конфликт. И это уже четкие цифры, это уже статистика по большому счету. Да, да. Ну, да. Я знаю, что есть еще такая, скажем, характеристика людей, которые чаще всего провоцируют какую-то ситуацию, из-за которых происходит вот определенная ссора и недопонимание. Что это вообще? Вот кто чаще всего может начинать подобный конфликт? Ну, это, скажем так, Наташа, люди? Это люди с определенными особенностями, с определенным градусом, может быть, даже некой агрессивности или раздражительности. Например, это демонстративные люди. Что это за тип людей? Да? Это когда одеяло все время тянут на себя. То есть люди, я прав. Да, причем, где бы эти люди ни были, хоть в троллейбусе, в автобусе, на остановке, в столовой, в кафе, они все время конфликтуют. Демонстративное желание показать свою точку зрения, желание притоптать тех, кто рядом. Да? В каждом коллективе да, можно найти обязательно такого найти человека. Такого. Когда я говорю, вот вспомните про союзное собрание, и эти люди обычно садятся на самые последние ряды, и все время выкрикивают, баба-яга против, вот вам, пожалуйста, демонстративность. Потом еще есть такой тип людей, которых мы называем ригидные, непластичные, вот у них есть одна точка зрения. Да, и они не готовы. Они не готовы к никаким переменам. Да, никаким переменам. Очень часто это люди в возрасте, да. То есть, ну, это же возрастная такая ригидность. Но тем не менее, молодежь ведь тоже имеет свою точку зрения. Mm-hmm. Нужно прислушаться, быть более толерантной. Потом еще есть такой тип людей, как, ну, мы их назовем так, агрессоры, прямые агрессоры. Люди, которые имеют, скажем так, очень высокий градус агрессивности. Здесь уже не только демонстративность, а просто агрессия. Я вот думаю, да? Сейчас вот Юрий Николаевич, ты так вот сканирует свой коллектив, которым он руководит и ищет, да, вот такие типы людей. Там интеллигентнейшие люди. Но, Наташа, вот такой вот тип людей, например, как сверхточный, да, это люди очень... Что в этом плохо? Очень пунктуальные, но дело в том, что это, знаешь, как из серии «Последний из праведников». То есть он сидит в коллективе, смотрит, а, ты опоздал на 5 минут, ты опоздал на 10 минут, все. Конфликт начался. Начался конфликт. Но на самом деле другой человек опоздал почему? Да потому что он сидел до полночи в этом кабинете и чуть ли не остался до утра, потому что делал какую-то важную работу. То есть нужно очень... Знаешь, учитывая, что это вот такая типология характера, она практически в любом коллективе встречается, это значит, что в любом коллективе без конфликта, без скандала, ну, конечно, не обойтись, конечно, никак. Конечно. Но между кем чаще всего на работе возникают спорные ситуации и конфликты? Вот эти вот точки напряжения, вот чаще всего между кем? Ну, между... Мне казалось, между начальником и подчиненным. Я права? Конечно. То есть это руководитель и подчиненный. Так, дальше. Но лучше сказать между подчиненным и руководителем. Потому что руководители все-таки они более обучены и более ответственны. Да? Они несут больше ответственность. Вот. Потом это отношение между коллегами. Между коллегами. Коллеги, например, там 5, 10, там 12 человек. Обязательно будут какие-то противоречия. Между мужчинами и женщинами. Гендер у нас вопрос гендерный всегда стоит на повестке. Ну, например, там отношение такое снисходительное к женщине. Ну, например, там, ай, женщина с куриными мозгами, что она там может, да? Что она там соображает? Вот. Дальше, отношение между коллегами, которые имеют большую разницу в возрасте, больше
больше 10 лет. Это проблема отцов и детей. Так, по возрасту. Обязательно будет конфликт. Дальше. Старые сотрудники и молодые специалисты. Ну, например, все, чему тебя учили в институте, забудь, слушай меня. Так, ну а почему? Тоже неплохо иногда. Да, да, да. И еще есть менеджеры, клиенты. Конечно же, есть клиенты наши, да, здесь могут быть, ну, уже... скажем так, конфликты другого рода по поводу продукции, по поводу там рекламации товара, по поводу еще чего-то. Переговоры в определенных. Переговоры. Да. Давайте вот рассмотрим некоторые из обозначенных конфликтных ситуаций. Вот, например, одно из самых популярных, как ты сказала, почему мы ссоримся с начальством. Вот почему это происходит чаще всего? А вот сейчас мы Юре зададим да, вопрос. Юрий, Юрий Николаевич, почему это происходит чаще всего? Я думаю, что разные здесь могут быть ситуации, но я немножко вот хотел бы и предыдущую тему дополнить, вот когда там женский коллектив, и как здесь надо себя вести, может, в некоторых ситуациях. Я, например, в своем коллективе до 9 утра, то есть в течение часа, не даю никаких поручений своим сотрудницам. А почему? Во сколько начинается рабочий день? В 8 часов, так. Да. Угу. Почему? Потому что я знаю, что девушке, там, женщине надо прийти, надо привести себя в порядок, надо там зеркальце посмотреть, где-то подкраситься. Какой вы лояльный руководитель. Вот, и, вот. Ну, это тоже такое, что называется, не только лояльный, но и прагматичный. Почему? Угу. Потому что да, нету смысла давать эти поручения. То есть это бесполезно. Выполнится не так хорошо, да, как выполнится после 9, не так. Да? А вот если после 9 уже человек будет доволен, он все хорошо сделает, и все будет с точки зрения работы хорошо, и с точки зрения коллектива все будет хорошо. Поэтому вот здесь надо эти, конечно, неплохой моменты. Совет, вот я думаю, да, на вооружение учитывать. Можно брать. Да. Да, отлично. А какой вопрос был? А, какой вопрос я вам задавала, да. Вот давайте поговорим о начальниках и подчиненных. Да. Вот рассмотрим вот эту вот самую типичную такую ситуацию. Почему мы вот чаще всего она почему происходит? Возникает почему возникает конфликт? Да, почему именно вот в этой группе чаще всего возникает конфликт? Да, это действительно так. Из-за чего? Из-за того, что люди могут чувствовать, когда, скажем, на рабочем месте какую-то несправедливость. Ну, к примеру, мне дали больше работы, чем моему коллеге. Либо мне дали меньше зарплаты, я работал больше. Угу. Вот. А почему так происходит? Я считаю это несправедливым. И в этом случае, конечно, да, здесь роль руководителя. Иногда руководитель здесь. А вот скажите, что надо делать, если ты считаешь, что вот твой начальник не прав? Надо доказывать свою правоту ему и всем, при всем коллективе, например, да? Или все-таки оставить все как есть? Что надо делать? Можно я скажу? Да. Наташа. Вот здесь очень важен такой акцент, да, вот, например, когда подчиненный приходит к руководителю, он не говорит, почему у меня маленькая зарплата, да, он говорит, почему она получила больше, чем я. Да. Если бы подчиненный пришел к руководителю и сказал, Иван Петрович, я вот посидел, подумал, да, маленькая у меня зарплата, я могу на самом деле сделать больше, давайте обсудим, вот я готов больше работать, как можно сделать так, чтобы я зарабатывал больше на своем рабочем месте? То есть первое, это уже правильно задать вопрос, да, правильно сформулировать его. И предложить диалог, да, прийти на диалог, да, здесь уже конфликта-то нет. Но в любом случае выяснять надо, один конечно, на один прийти и конечно. Это выяснять. Но очень часто мы живем по какому принципу? По какому? Не беда, что у меня корова сдохла, жалко. Что соседа? Вот смех смехом, а на самом деле люди, которые столкнулись с такой ситуацией, сейчас сидят и думают, вот правильно я поступил или неправильно. Да? Несколько советов, вот, которые помогут себя чувствовать вот, более уверенно в общении с директором, с начальником подразделения. Вот, подскажите. Ну, вообще, мне. Прежде всего, я согласен тоже вот с Людмилой, что нельзя держать проблемы в себе. Нужно искать выход. И у кого нужно искать выход? Ну, наверное, у коллег. Можно искать выход у руководителя. А к вот этой коммуникации с руководителем нужно подготовиться. Предположим, у меня маленькая зарплата. Значит, прежде чем пойти к руководителю, я должен решить, что я хочу зарплату больше, скажем, ну, как у моей коллеги. То есть да? Реально? Да, оценивает. Реально. Я хочу больше, чем у моей коллеги, чтобы она была, как у моей коллеги, а то, может быть, еще больше. Что я могу для этого сделать? Я могу сделать для этого больше работы, проявлять какую-то инициативу, выполнять социальные какие-то поручения, участвовать в волонтерских мероприятиях, а это очень важно, участвовать в волонтерских мероприятиях. То есть выполнять какую-то дополнительную работу или более эффективно, может быть, выполнять свою работу. И когда вот это все подготовленные разговоры, идешь с ним к руководителю, то очень большая вероятность того, что будет успех. Поэтому мы готовимся к разговору, мы имеем цель,
Вот, руководитель и подчиненные, мы должны говорить на одном языке, то есть мы должны друг друга слушать. Руководитель очень хорошо, когда ставит себя на место подчиненного, вот, и старается помочь. И еще что очень важно, это я бы тоже порекомендовал, в любой ситуации надо идти с позитивом, надо пользоваться вот этим, знаете, таким вот оружием, которое называется улыбка. Улыбка. Да, не зря говорят, помните, как было, поделись улыбкой своей, и она не раз к тебе вернется. Поэтому это срабатывает, это работает, потому что руководитель — это тоже человек, как ни странно. Хорошее замечание. Ну вот, Людмила, слайд, да, который, вот правила, которые ты предлагаешь, да, вот мы подготовили, как правильно вести себя с начальством. Даженька, я хотела, вот прежде чем озвучу вот эти правила, да, сказать один момент, да. Вот многие боятся идти к руководителю. Я встречала таких людей. Вот очень важно. Боязнь. Ой, что я приду, что я скажу. На самом деле любой руководитель, да, понимает, что опереться можно на того, кто сопротивляется, высказывает свою точку зрения, и это нормально. Когда приходит человек достойный, вот то, о чем говорил Юра, да, подготовленный, да, да, руководитель, поскольку это же его подчиненный, он же им, если хотите, покровительствует где-то, да, это же эти люди работают вместе с ним в одной команде, да, это только добавит ему плюсов, его, в его карму плюсы добавится, карму руководителя. Поэтому не надо бояться и высказывать достойно свою точку зрения. А вот по поводу правил. Первое, уважать руководителя. В любом случае. Важность признавать. Кстати, Наташ, я как-то была на как-то было время, когда я спрашивала у своих, ну, скажем, людей, которые приходили ко мне на тренинги на предприятиях. Говорила, ходите в церковь? Хожу, ходим. А ставите свечки? Ставим свечки. А за своего руководителя молитесь? И тишина. Я говорю, вот видите, как интересно. Действительно. Да? А на самом деле, ведь этот человек о вас думает, действительно, 24 часа в сутки. Он ведь наделен не только властью, но он еще наделен ответственностью за всех, за вас. Вот. Поэтому признать нужно важность, значит, уважать руководителя. Есть такая, например, такие наработки, Наташа, исследования, что если подчиненные любят руководителя, то это предприятие более эффективно работает. Вот такие зарубежные наработки. Держать с ним дистанцию. Что значит дистанцию? Понимать, что этот человек в иерархичной лестнице стоит выше. Субординацию мы иногда называем. Субординацию, конечно. Да? Это тоже мы признаем важность этого человека. А если тем более мы хотим идти по карьерной лестнице, завтра ты станешь руководителем, и к тебе точно так же будут относиться уважительно. То есть нужно поддерживать вот эту часть корпоративной культуры. Так. Далее, вот то, о чем мы говорили с Юрием, не спорить, а обсуждать. Если вы приходите, пинком открываете дверь, кричите, ругаетесь, ну, конечно, что вы хотите, будет какой привет, такой ответ. Ну, понимаете? Сразу мы возвращаемся к первому пункту тогда, конечно, да? Уважать руководителя. Да, да, уважать, конечно. И вот мне нравится четвертый пункт. Личные проблемы решать один на один. Имеется в виду, что не при всех. Да, Наташа, очень часто личные проблемы решаются на каком-то профсоюзном собрании. Вот я хочу сказать, у меня такая проблема. Послушай, у тебя эта проблема уже полгода, но приди ты к руководителю и поговори. Возможно, эта проблема решится на раз, а ты ходишь и заводишь всех и вся. То есть ты ведешь себя в этом состоянии, в этой ситуации абсолютно неконструктивно. Ты не разрешаешь, а усугубляешь эту ситуацию, конечно. Ты сегодня, по-моему, употребила термин такой, как закрытые конфликты, когда мы вот говорили про тип конфликтов на работе, там, начальник, подчиненный начальник, мужчина-женщина, старый работник, молодой работник. Вот закрытые конфликты, я так поняла, это касается больше вот мужчин и женщин, да? То есть таких вот гендерных, скажем, отношений на работе. Наташа, закрытые конфликты, ну, можно лучше сказать, наверное, это скрытые конфликты, скрытые. Кто-то кого-то подсиживает, да? Кто-то кого-то не любит. Вот вы улыбаетесь, да, Дарья Николаевич, вот поверьте, такая большая проблема. Да. Люди с этим сталкиваются, наверное, в каждом коллективе. Есть такое слово «зависть», да. И вот оно срабатывает, вот то, что как раз и говорит. А сплетни, Наташа, как раз ходит со мной. А вот, кстати, сплетни и, да, вот подобные вот слухи, без этого не существует ни один коллектив. Это хорошо или плохо?
Наташа, хочешь расскажу? Ну, казалось бы, люди общаются. Да не один эксперимент. То есть я провожу, когда занятия, да, провожу эксперимент, как расходятся слухи по коллективу. Эксперимент затрагивает буквально всех сидящих в аудитории. Помните, игра была такая детская, глухой телефон. То есть первому игроку я даю лист бумаги, где написана примерно такая фраза. Когда Сеня был в сауне, а Света была в супермаркете, в Белице шел град, а на Волотове шел дождь. То есть все слова понятны, информация очень доступная, понятная. Так вот, первый на ухо передают второму, третьему, и так вот играет. И что в результате? И что, Наташа? Где был Сеня в результате? Когда последний озвучивает, что же до него дошло, это всегда информация, первое, внимание, что называется, искаженная, во-вторых, обязательно добавлены какие-то свои факты. И какой вывод мы делаем с теми, кто приходит вот, на образовательные эти курсы, да, что оказывается, сплетни – это абсолютно не безобидная, так сказать, коммуникация, это очень ущербная коммуникация, и она обязательно приведет к чему? К кривотолкам. Но, с другой стороны, ведь такие вот разговоры, общение в неформальной обстановке, они должны как бы, наоборот, сплотить коллектив. Неужели это так все однозначно, сплетни, это плохо? Ой, Наташа. Да. Дело в том, что если мы говорим... Или все зависит от количества людей в цепочке. Наташенька, если мы говорим о другом человеке, например, вот мы два коллеги, вот мы собрались и беседуем, если мы говорим, ну, например, такие вещи, как мы радуемся за нашу Наталью Петровну, какая она молодец, за какая умница, да надо ей... Ой, ну это не называется сплетни, поверь, эта сплетня никуда не уйдет. Вот. Она здесь и останется. А когда мы говорим... Если про Наталью Петровну что-нибудь такое... Туфли она не такие носит, и прическа не та, и не с тем она дружит, и зарплата у нее выше, наверное, руководитель имеет на нее виды. Наташа, это все очерняет, загрязняет отношения, это делает токсичным коллектив. Хорошо, если ты становишься свидетелем подобного вот разговора, вот ты видишь, как зарождаются подобные сплетни, слухи, как себя вести, вот, если ты просто сторонний наблюдатель? И вообще, как избежать этого? Чтобы это не стало причиной конфликта. Ну, есть такая шутливая фраза. Девочки, за чью жизнь переживаю. Могу так сказать. Или как-то, ну... Я тебя пригласят же поучаствовать сразу в этой жизни. Я стараюсь выходить, достойно выходить из... Почему? Потому что как только ты присоединяешься, все, ты тоже становишься таким же токсичным. А, Юрий Николаевич, в вашем коллективе, в основном женском, да, я так понимаю, у вас есть какие-то четкие, ну, скажем так, как у руководителя, вот такие вот приемы, правила, что никаких сплетен? Или вы разрешаете? Ну, я сразу скажу, что я не сторонник сплетен, потому что сплетни, если они недоброжелательны, то они направлены против кого-то. И это надо, ну, что называется, разрешать эти ситуации. Это можно сделать, если в женском коллективе, то это шуткой какой-нибудь. Либо отвлекать сотрудников работой от сплетен, то есть загружать так, чтобы не было времени на сплетни. Мне нравится ваш совет. Почему? Такой дельный, хороший совет. Дорогие друзья, напоминаю, что тема сегодняшнего разговора в программе «Добрый вечер, Гомель» — это конфликты на работе. Дорогие друзья, сегодня на добром вечере психолог, бизнес-тренер Людмила Тутынина и директор Института повышения квалификации переподготовки кадров Гомельского государственного университета имени Сухого Юрий Колесник. Я предлагаю вам вот сейчас вместе с вами рассмотреть несколько конкретных ситуаций. Вот как можно, расскажите, как можно решить вот типичные, да, или может быть нетипичные, на мой взгляд, это самые распространенные вот такие вот межличностные конфликты на работе. Кто-то забыл, ситуация такая, кто-то забыл передать важную информацию, всему отделу пришлось делать лишнюю работу за этого человека. Надо ли высказывать вот эти личные претензии такому, скажем, незадачливому коллеге? Вот как вы считаете? Ну, я могу, что называется, свое мнение здесь высказать. У меня есть принцип. Ругаем человека, один на один. Один на один. Так. Хвалим при всех. Так. Вот. И человек, он обычно понимает, что лучше не надо, что нужно более ответственно относиться к своей работе, потому что если он что-то забыл, то он видит, как страдает весь коллектив. Поэтому правило такое. Ругаем один на один, а хвалим при всех.
Людмила хотела что-то добавить. Но если разборки уже, что называется, вот уже в коллективе... Накалилось, ты виноват, да, да, что, да, то да. Можно, помните, я давала такую технологию коммуникативного пирожка, да, то мы можем примерно говорить так, и, например, ну, вот это Елена Петровна, виновница, да, можно примерно сказать: Елена Петровна, мы же с вами работаем вместе уже 15 лет, и вы такая молодец, вы такая пунктуальная, вы такая обязательная, вы так много сделали для нашего предприятия, но сегодня давайте признаем, что это было ошибка, это был промах. Но завтра, я уверяю у вас, коллеги, что все будет по-другому. Давайте будем думать, как выйти из этой ситуации всем вместе. Ну, в конце концов, каждый может оказаться в такой ситуации. Конечно. Да, но это очень красиво, да, вот очень красиво. Подчеркнуть все плюсы, все заслуги этого человека, который попал вот в такую неблагополучную ситуацию. Надо понимать, что, конечно, что любой человек – это не робот, он может ошибаться, и не ошибается, как это правильно говорят, что не ошибается только тот, кто не работает. Поэтому если неправильно в такой ситуации себя повести, то у человека просто может отпасть вот любое желание проявлять инициативу. И здесь надо действительно его, может, даже и поддержать, и показать. Смотрите, так, а вот если он... в коллективе вот происходит какой-то конфликт долгое время, да, и вот один сотрудник вот, ну, не может его никак вот уладить, руководитель не помогает, ну ничего не происходит. А если это еще человек очень такой скрытный, ну вот он видит, что конфликт идет, что ему делать? Его надо идти выяснять, его идти к руководителю, писать заявление об уходе. Как избежать подобных вот причин? Это вот то, о чем я говорила, да. Конфликт идет по горизонтали, да. Потом пойдет что по вертикали. Делать? Но я хочу сказать, что если тлеющий конфликт, да, нужно понимать, что будет какая-то точка невозврата, когда этот конфликт как вулкан взорвется. Поэтому здесь хороша система профилактики. Ну, например, если мы знаем какая-то проблемная ситуация, да, можно провести какое-то профилактическое мероприятие. Мероприятие. Например, исследовать психологический климат. Вот как я делаю. Угу. Например, я точно знаю, что Иванов не дружит с Петровым по какой-то причине. Да? Что я делаю как психолог? Психолог. Ни Иванов ко мне не приходит как психологу, и Петров не приходит. Но они между собой не дружат. И ссорятся, и спорят, а им нужно вместе выполнять работу. А это, извини, может влиять на все производство. Что, да, делаю я, например, да, Наташ? Я исследую психологический климат. Это нейтральные тесты, это нейтральные методики, да, и участвует весь коллектив. И потом по результатам я провожу, например, встречу. Угу. Да, такой тренинг по пятницам, кстати, вот как сегодня, да. Какого уровня тренинг? Я говорю, ребят, наше исследование по показали, да, что у нас, оказывается, в коллективе есть группировки, да, которые между собой не дружат. Мы не будем сейчас это разбирать. У нас есть те, кто говорит, что уровень, например, там, доброжелательности градус снизился. Да. Ну и называю исследование. Вот, ребята, ваши исследования, вот результаты. Вот анализ. А ты даешь им рекомендации, как это избежать? И дальше я говорю, да, это же важно. Я продумываю цикл мероприятий. Например, там, они вместе выполняют какую-то работу, вместе что-то рисуют, пишут, танцуют, там, ну что угодно. Корпоратив. Мини-корпоративчик. Или я общаюсь с руководителем и говорю... Экскурсия срочно... совместная, да, помогает? Да, какое-то совместное дело. То есть можно превентивные меры здесь продумать. И, кстати, вот то, что мы сейчас проговариваем, да, многие предприятия идут на это, и они понимают, что гораздо дешевле, да, чтобы приходящий был человек, ну, в частности, психолог или медиатор, да, который бы занимался бы или бизнес-тренер, воспитательной вот этой деятельностью, да, коллектива, чем потом гасить какие-то конфликты. Это становится, скажем так, доброй традицией в наших коллективах сегодня, иметь ждать психолога или приглашать психолога для, да, подобных разборок? У нас есть предприятия, например, Гомель-Энерго, но они всегда у нас были впереди планеты всей. И у что, них конфликтов там... много? Нет. Просто психолог приходит и учит людей правильно. У них в штате есть психологи, общаться, которые участвуют при приеме людей на работу, исследовательскую работу. Юрий Николаевич, как вы считаете, каждое ли предприятие должно иметь, скажем, психолога? Ну, я здесь что могу сказать, что, к примеру, в развитых странах, в компаниях есть даже специальные службы. Они называются служба HR-менеджмента. Угу. Вот, и к нам это тоже все приходит. Из-за чего это так? Из-за того, что там уже все посчитали, что от психологического климата в коллективе зависит производительность труда, а значит, прибыль компании, ее доход, и это выгодно. У нас тоже на многих крупных предприятиях появляются, и государственных тоже, и государственных тоже появляются службы HR-менеджмента, где работают психологи. Там много функций, кроме кадровых, там и подбор
персонала, mm-hmm. потому что подобрать же тоже очень важно человека не только по профессиональным, но еще и по социально-личностным характеристикам, для того, чтобы потом в коллективе было вот это, что называется, комфортная mm-hmm. работа. Это предупреждение конфликтных ситуаций, это решение конфликтных ситуаций. Вот эти службы этим занимаются. Также еще прогрессивные компании, они приглашают практикующих психологов, и практикующие психологи, они проводят соответствующие там семинары, тренинги с персоналом. И это тоже очень эффективно потом, потому что вот эти ситуации, о которых мы сегодня говорим, они очень часто разрешаются в рамках и даже вот таких вот тренингов. И потом люди очень часто понимает, что, ну, что не надо было вот эти конфликты провоцировать. Ну, надо меняться, надо искать в себе что-то. Вот это очень важно, на самом деле. Спасибо. Вот интересное мнение. Я хочу вернуться к ситуации. Есть еще одна такая типичная ситуация. Давайте ее рассмотрим и попробуем ее так разобрать. Зависть коллег. Когда кому-то повысили зарплату, да, и коллектив недоволен. Да, вот не один человек, а вот весь коллектив это обсуждает, вот он недоволен, одному дали, всем не дали, или наоборот. Там, как вообще относиться вот к таким нападкам? Человеку, который, например, оказался вот на месте такого, ну, скажем, богатого коллеги. Ну, это 100% недоработка руководителя. Так. Почему? Потому что, скорее всего, непрозрачная система мотивации. Угу. Да, непонятная система... То есть коллектив должен что-то понимать, за что у нас дают зарплату. Конечно, конечно. То есть это проблема. Но я хочу сказать, что если коллектив устраивает травлю, такую дедовщину, да, по отношению к своему более успешному коллеге, да, то я хочу сказать, что дни этого коллеги на этом предприятии сочтены. Это же работать невозможно. Как избежать таких вещей? Прежде всего, руководитель должен вмешаться? Это работа руководителя. То есть формирование заработной платы должно быть понятно, система мотивации должна быть понятна. Вот. Ну, как, может быть, мы спросим Юрия Николаевича? Нет, совершенно верно, да. Это здесь открытая система должна быть. Надо, чтобы люди понимали, что человек, он получил более высокую зарплату, потому что он выполняет какую-то определенную работу, и он зарабатывает. И другие сотрудники, они тоже должны понимать, что это их перспектива на самом деле. То есть вроде как конфликтная ситуация. Для них это возможности. Угу. Если такая ситуация складывается объективно, что человек заработал эту зарплату, значит, что в этой организации созданы условия для того, чтобы любой мог этим пользоваться. Другое дело, когда есть в коллективе, скажем, любимчики, и начинается их неправильное стимулирование, вот это очень плохо. И с такими руководителями не всегда получается добиваться успехов. Иногда же бывает так, что разные организации делают одну и ту же работу. Mm-hmm. Но у одной получается, у другой не получается. Хотя бизнес-модель абсолютно одинаковая. Вот здесь можно говорить о том, что, ну, наверное, не доработал руководитель все-таки. Три правила профилактики конфликта, Людмила. Я хочу назвать правила, которые я подсмотрела в ведической психологии. Да? Первое правило – это уважай старших. Кого я имею в виду под старшими? Старше – это и по возрасту, да, и старше по званию. Вот сохраняй вот этот вот момент субординации. Так. Второй – дружи с равными. Это разговор идет о коллегах. Коллеги, лучше всего, чтобы они дружили между собой. А у нас очень часто это конкуренция, да, подсиживание, ну и так далее. Третий момент профилактики конфликта – это помогай младшим, покровительствуй младшим. Помогать. Кто такие младшие? Это по возрасту младшие. Это могут быть и женщины. Кто пришел, наверное. Да, кто пришел, это молодые специалисты. Да. Но в ведической психологии покровительствовать младше – это и покровительствовать даже животным. Вот как у них. Вот. Ну что ж, дорогие друзья, коллег, как и родственников, не выбирают. Да. На работе мы, конечно же, вынуждены общаться с самыми разными людьми, а это часто приводит к ссорам и к недопониманию. И вот психологи утверждают, что конфликты на работе – это очень серьезный стресс. А как избежать стресса на работе, Людмила? Вот как вот эту вот тревогу от себя убрать? Вот если ты поссорился уже с кем-то, там, что-то не поделил. Если тебя заслуженно или незаслуженно, вот, да, действительно, как-то там не поощрили или наказали, и вот ты весь находишься в состоянии стресса, приходишь домой и все время
время тебя трясет вот, после работы? Мы сегодня уже говорили, да, о новом как бы веянии, о сопровождении психологов, да, рабочего процесса на предприятиях. Так вот, среднестатистический психолог обучен чему? Программе стресс-менеджмент. Стресс-менеджмент, где он может проводить моменты релаксации, физкультуру. Дальше это медитации, это перерывы, да, там, что это может быть, это травяные чаи вечером. То есть это масса, это целая программа стресс-менеджмент. А вот мне интересно, вот личный опыт, Юрий Николаевич, как вы снимаете стресс, как руководитель и как подчиненный после работы? Да, и вообще входите ли вы в это состояние, позволяете ли себе состояние? Не буду скрывать, что, да, что стрессы, они... Они очень часто сопровождают, в том числе и меня, потому что бывают разные ситуации, с которыми очень сложно справляться. Ну, меня лично поддерживает моя семья, и вот здесь я нахожу такую отдушину, вот, где можно отдохнуть, где можно прийти в себя. Для меня вот это... Подождите, вы когда приходите домой, вы рассказываете о своих проблемах? Да, иногда я рассказываю о своих проблемах и вижу поддержку со своей семьей. Вот тут, что мне интересно, вот не зря задала этот вопрос, однажды на каком-то семинаре психолог рассказывал, я очень хорошо запомнила, когда вы приходите домой... Обязательно расскажите, что произошло на работе. А я у нее спросила, а меня должны слушать? А она говорит, не обязательно. То есть, да, смысл в том, что ты просто выскажись. И это все верно? Становится все верно. Легче. Да, да, становится легче. Есть даже такая, методика, например, с тобой что-то произошло. Расскажи это, кому-то расскажи, да. Ты можешь даже записать видео. Потом можешь еще раз это же рассказать кому-то или записать еще раз видео. И третий раз, когда ты будешь об этом рассказывать, да, то твои эмоции, страсти, они уляжутся. Вот, то есть перевести из эмоциональной сферы в какую? В когнитивную сферу, да, в ментальную сферу, где ты над этим уже размышляешь. А вот кто должен вообще создавать правильную атмосферу и правильное отношение в коллективе? Руководитель? А здесь нет, Наташа, здесь обоюдное должно быть. Или руководитель структурных подразделений. Кто? По поводу атмосферы, Наташа, да. Вот сейчас на многих предприятиях вводят такое правило, лучше сказать, свод правил, корпоративная этика, да, это я об этом говорю, да. И в этой корпоративной этике прописывается буквально все, что только можно прописать, что касается вот внутренних правил, правил взаимоотношения, да. И, например, там может быть такой пункт, что коллеги друг к другу относятся с дружелюбием. Так, радуются успехам друг друга. Успехом, да. Приветствуются позитивные отношения там, и так далее, и так далее. И когда человек и день, и два, и три все время в унынии, ему могут сделать замечание. Ты знаешь... Ты не соответствуешь корпоративной нашей... Да, ты знаешь, давай как-то мы об этом поговорим, или тебе нужен отпуск, но ты обозначь свою позицию, что с тобой происходит, почему ты в таком состоянии. Тебе что-то не нравится в компании, или у тебя что-то происходит дома. Угу. Ну, вот корпоративная этика – это такое, скажем, явление, с которым многие еще предприятия, наверное, наши до сих пор не столкнулись, или, по крайней мере, не вывели его еще на какой-то такой официальный, да, документ. И, мне кажется, многие сотрудники даже не до конца понимают, что это такое. Вот в наших условиях как можно, ну, скажем так, это явление переформатировать сегодня, корпоративную этику? Я бы не сказал, что у нас это не развито. Так. Я могу по нашей организации, по университету имени Сухого сказать. У нас, например, есть очень такая хорошая, позитивная практика. Это профсоюзная организация наша. И наш профсоюз, они регулярно проводят различные такие вот мероприятия, которые сплачивают как коллектив. Это и экскурсии, это и встречи очень интересные. И действительно здесь вот формируется вот эта корпоративная этика. Культура, да, даже такая. Культура. Ну, оно и есть так, да, на этих мероприятиях, вы знаете, там нету ни начальника, нету ни подчиненного. То есть все равны. И вот в таких равных коммуникациях решаются очень многие и рабочие, трудовые споры и ситуации. Но есть еще такое понятие, как рабочая этика. Наташа, вот хочу сказать, что корпоративную этику ее невозможно навязать. Вот лучше всего, по опыту, да, вот когда садишься с коллективом и сам вырабатываешь эту этику вместе с коллективом. То ребят, есть четких правил ты вряд ли где-то найдешь. Да, для себя, да, да, да. Мы просто проговорим. Ребят, назовите, например, 3-4 правила, которые бы, вот если бы мы выполняли, то было бы в коллективе бы лучше. Да? 3-4 правила. Вот каждый называет, потом мы вместе объединяем, да, создаем такую рабочую
рабочую группу, да, которая сортирует эти правила. Но это несколько другое, чем профсоюзный договор. Это совершенно другое, я скажу. Это более с другой плоскости именно. Ну, Наташа, например... Для того, чтобы избежать конфликтов в том числе. Мы можем внести, например, такой пункт. Во время обеда не приносить, например, еду, там, например, там, жареную рыбу, да, там, но это... Ну да, в профсоюзный договор такого не внесешь. Профсоюзный договор это не внесет. Но дело в том, что эта рыба всем надоела. Все ходят и мучаются, потому что идет невыносимый запах. Приходят клиенты, а это отдел по продажам. Это у меня практика. Да, ты знаешь, вроде мелочь, да, а вот на самом деле раздражает. Да, это практики. И таких вот пунктов, их может быть очень много. Например, что проветриваем помещение там, в такое-то, такое-то время, как, и все сотрудники в это время встают и выходят на коридор. Или, например, дни рождения мы обязательно проводим вместе. Во время обеденного перерыва человек приносит там какие-то вкусняшки, не обязательно торт, это могут быть какие-то сладости. Когда произошла ситуация, вот когда произошел конфликт, вот что вы посоветуете делать, к кому обращаться? К медиатору, в профсоюз, или все-таки прийти к руководителю, или поговорить вот так, посплетничать, чуть-чуть чай попить сотрудникам. Что делать, когда ты на работе с кем-то, ну вот у тебя произошел какой-то конфликт? Куда бежать? Во-первых, нужно выяснить, какого уровня этот конфликт. Если у тебя вышел конфликт с твоей коллегой, коллега, да, и это межличностный конфликт, ну, например, там были затронуты какие-то личностные аспекты, что-то не поделили, да, там, то рецепты есть, какие-то. Да, допустим, то есть смысл не выносить этот, скажем так, конфликт за пределы межличностного конфликта. Решить сами. Да, помните, я говорила, пролонгированы, чтобы конфликт не стал шире. Почему? Потому что как только конфликт выходит за пределы межличностного, да, сразу же к нему присоединяется кто-то за Иванова, кто-то за Петрова, и конфликт расширяется. Если же это касается профессиональной деятельности, то как его решать, Ирина Николаевич? Ну, вообще надо понимать, что личные конфликты, они не должны вредить корпоративным интересам. Да. Вот, и люди, которые уже с этим столкнулись, они, наверное, будут что делать? Они будут решать это с теми, кому они доверяют. Поэтому важно, чтобы подчиненный доверял своему руководителю, чтобы это не выходило, не дай бог, куда-то наружу, чтобы не было от этого, что называется, большего вреда. Вот. В любом случае, я считаю, что нужно разговаривать, нужно общаться, искать выход, потому что 100% никто не заинтересован в том, чтобы в коллективе была конфликтная обстановка. Для этого всем только хуже будет. Ну, я уверена, что многие руководители вообще не знают, что происходит с их сотрудниками, да, и как же их об этом просветить в этом. Наверное, да, можно об этом просто рассказать. Дорогие друзья, вот когда появляются проблемы в трудовых отношениях, как профсоюз помогает решать такие спорные вопросы, и в чем заключается эта помощь? Вот давайте посмотрим, послушаем. Прежде всего, мы начинаем с консультативной помощи. То есть изначально важно понять и выслушать обе стороны, потому как у нас есть сторона работника и сторона нанимателя. И, безусловно, нужно выслушать позицию одной и второй стороны и начинаем с консультации. В дальнейшем разъясняем нормы законодательства. При необходимости, конечно, и оказываем так называемую правовую помощь под ключ, когда работнику помимо консультации составляются документы и до представления его интереса в суде, если не удалось разрешить ситуацию в досудебном порядке. Печальная статистика показывает, что более 70% людей недовольны своим местом работы и хотели бы его сменить. Не тот коллектив, не тот начальник, вообще все не то. Но, наверное, прежде чем кардинально вот это все поменять в своей работе, надо, наверное, все-таки, как мы сегодня говорили, обратить внимание прежде всего на себя, да, вот почему это все происходит с тобой. Ну, предположим, новый человек пришел, устроился на работу. Как достойно пройти этот вот период адаптации, как не наделать ошибок и как не спровоцировать конфликт? Короткие ваши рекомендации в конце программы. Нужно помнить, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Нужно перво-наперво осмотреться, приглядеться, изучить вот эту вот, как мы говорили, корпоративную культуру. Там может быть очень много нюансов. Спасибо большое, Ирина Николаевич. Очень коротко. Подружиться с коллегами. Я еще вижу правила эффективных коммуникаций в коллективе. Четко поставить цель, составить план беседы, внимательно выслушать собеседника, быть уверенным в себе и улыбаться, дорогие друзья. Ну что ж, как известно, худой мир всегда лучше, да, любой, даже доброй ссоры. Поэтому, дорогие друзья, надо, наверное, разрешать конфликты еще до того, как они возникли. Я очень надеюсь, что советы нашей программы вам в этом помогут. Спасибо экспертам и всем хороших выходных. Это был еще один «Добрый вечер», Гомель, Наталья Волынец. До новых встреч.